А теперь, дорогие друзья, для достоверности нам надо сделать вот такие кусочки сварки здесь, да? То есть мы с вами поступим следующим образом в этот раз. Мы не будем растапливать тут полигоны, то есть увеличивать, это слишком долго возня. Поэтому мы сделаем с вами проще. Мы попробуем вот так сделать. Ctrl-A. Все время путаю. Shift-A. Возьмем просто-напросто сферу. Вот так. Так. Эту сферу в режиме Edit Mode мы сейчас скажем Sub-Device. Вот так. Не знаю, одной достаточно вот Sub-Device. Я думаю, пока да. И теперь пристроим этот сабдевайс, эту сферу куда-нибудь, объект мод, где нам требуется. Ну, допустим, вот тут. Да? Так. G по Z. Так. Теперь G по Y выведем сюда. Подтащим, сделаем помельче ее. Так, понимаете мою идею? Чтобы не весь делать меж черт знает сколько полигонов, а только часть. И упростим таким образом. Опять же вот сюда подтащим. Частично мы ее туда и введем. И сделаем еще, может быть, поменьше чуть-чуть, вот так. То есть растащить мы ее всегда сможем при помощи инструментов скульптинга. Да. Сделаем побольше мощи, добавим поменьше немножко, вот так, 25. Вот видите, и получается довольно-таки неплохая у нас такая кусочек сварки, да? Даже это много. И тут мы регулируем уже объект мода. Хотим ли мы поменьше сделать? Ее уже как угодно вытянуть, сплющить. Ну, как обычная сварка, да? Давайте по сюда и вот так загоним. Так. Так. Вот. Это так оно и будет теперь. Вот. По иксу чуть-чуть. И нет. Плюс по иксу. Вот. Вот так. Допустим. Так. Сейчас мы посмотрим. Ее сделаем сейчас. Смут. Вот, пожалуйста. Вот тут сварочка есть уже. Если мы ее возьмем вот так и скажем D, Shift D, то вот здесь всяко разное меняет направление. Поворачивая ее, уже будет не совсем узнаваемая капля сварки, да? Где-то вот так. Вот видите. Вот. То же самое и с этой. Разворачиваем, вернее, rotation делаем по оси Z. Пожалуйста, вот вам еще.
И таким образом, ребята, мы можем наделать тут этих капель, сколько нам душе заблагорассудится, толщиной какой. Это уже доводка так называемая, да? Я не буду вас утомлять этим, вы сами, пожалуйста, потренируйтесь. Ну, а я сейчас закончу. После этого нам надо пройтись по этим, сказать, ну, тут разные всякие. Так, ну, я не знаю, может быть, сразу их всех выделить, да и сказать, что... Давайте попробуем. Вот сразу все выделим. Мы в объект моде находимся, да. И скажем, что нам надо вот смус сделать. И потом сказать, что это автоматиш. Нет. Так не получилось. Вот те елки. Так, здесь тоже автоматик поставим. Здесь. Если сказать смус автомат, ну, пожалуй, все. А нет, тут здесь еще надо смус поставить, естественно, и автомат. Вот так. Теперь здесь все вроде бы как нормально. Тут у нас это сделано. Так, на этих еще давайте тоже поставим на всякий случай и автоматик. Все, готово у нас это мужская половина. Хорошо. Теперь надо женскую сделать. Так, для этого мы сейчас это вот все выделим, да, скажем, Shift D, вот так, а женская будет отличаться только тем, что у нее аж вот здесь появится юбочка, а мы ее сделаем из чего? Да давайте мы просто не будем мудрствовать лукаво, возьмем цилиндр. Так, цилиндр. Потянем его, потянем. Вот сюда. И здесь увеличим в размерах. И по оси Z. Так, сделаем, да? Хорошо. Но сбоку, если глянуть, то это ж неправильно. Уже. Да что ж такое сверху? Сверху тоже не ахти, что-то смотрится. Давайте вот так сделаем и сделаем поболее. Да, вот так. И естественно, нам нужно будет что еще? Сделать ему bevel. Вот тут сделаем. Сделали и сразу засмузим вот так автомат. Че она не захотела смузиться то? Здравствуйте, ждете.
если так. И да, так будет лучше. Так, а потом уже применить к ней, что ли? Был. Если так применить был, то ну получается это ерундень. Ну ничего, ладно, пускай будет пока что. Так, и теперь надо сделать прическу. Возьмем какой-нибудь из этих гаечков. Да. Вывернем его правильно. Так. И сделаем маленькую такую, с которой начнем лепить причесочку. Может быть, побольше чуть. Так, теперь подвинем сюда. Сюда. И сюда, наверх. Такая будет прическа. Так, теперь надо будет по-другому это все сделать. Сварку эту, да? Сварка подарка. Так, может быть, носик чуть поменьше сделать, значит. Так вот. И подвинуть поближе. Вот так. И здесь запустим тоже. Просто сдвигая туда-сюда, немножечко изменяем геометрию. Ну, чтобы не сильно бросалось в глаза, что оно одинаковое, да? Так, и здесь вот этот возьмем, тоже сдублируем. Перенесем в центр. Вот так. Вот она сварена здесь, да? И еще одну. И вот здесь перевернем, подставим как нужно, вот тут эту уберем, вот так, вот вам парочка. Так. Тоже надо сдвинуть немножко. А это сюда. Ну а теперь уж как положено, надо делать сердечки, правильно? Так, это. Давайте подвинем маленечко вот сюда, на середку, вот так будет веселее. О. Ну и заканчивать будем уже в третьей серии.